Пам-пам-пам! Мы в эфире! Кого напоминает? Итак, друзья, заходим активненько на наш эфир, потому что именно сейчас, друзья, будут подарки. Кто хочет подарки? Плюсики, лайки. Так, друзья, пошли, друзья. Значит, активненько заходим, потому что сейчас будут подарки, друзья. Я знаю, что сейчас в эту комнату, да, в эту трансляцию заходят люди, которые не имеют отношения к нашей компании, не имеют отношения к сетевому бизнесу, но все хотят подарки. Мы вам расскажем, как получать подарки от нас, от семьи Селезневых и от компании RML, которой мы активно развиваемся. Итак, еще... Ух ты! Смотри, а на подарки заходит гораздо больше, чем... людей, которые слушали итоги, результаты нашей команды. Почему? Потому что все любят подарки, и мы приняли решение каждый месяц дарить вам какой-то ценный подарок от нас, от нашей семьи Селезневых, от клуба 100. Итак, друзья, сейчас Олеся Селезнева объяснит правила еще разочек нашего, скажем, розыгрыша, да, и начнем это делать. Итак, что такое клуб 100? Это наш командный клуб постоянства. Те, кто лично делает 100 баллов, то есть личная активность, да, ну, грубо говоря, 10 флаконов, они участвуют в розыгрыше подарков от нашей семьи. Подарки будут каждый месяц разные, и вы можете посмотреть видео, как я ходила, выбирала подарки касательно этого месяца. И в этом месяце у нас будет 3 серебряные ложечки-загребушечки, которые вы положите как талисманчики от меня, от нас, в кошелечек, и которые будут приносить вам денежку. Прошу прощения, любит меня муж морозить. Очень жарко от информации, да, и он решил приоткрыть окно. Итак, сейчас, пока народ собирается, я открою вот эту вот замечательную коробочку, в которой лежат вот эти вот драгоценные подарки. Я их сейчас доставала и думаю, и вот эту ложечку бы я себе хотела, и вот эту. То есть это о чем говорит? Говорит о том, что я выбирала их с большой любовью, большим трепетом для вас. А вот они, друзья, подарки. Те, кто их сейчас выиграет, я свяжусь с этим человеком и отправлю подарок по указанному вами адресу. Итак, смотрите, ложечки 3, я не знаю, с какой начать, но давайте начнем уже с какой-нибудь. На них есть вес, есть проба. Давай мы напишем номер 1, чтобы потом не перепутать, например. Да. Давай, вот. Первая ложечка, ставь. Подпишем единичку. Номер один. Угу. Вот, она имеет номер один. Ложечка. Там не видно, по-моему. О, видно? Вот так, да, так получше. Номер один. Угу. Смотрите, она очень такая нежненькая. Вот так видно? Маленькая ложечка с подковкой на счастье, на удачу, на все самое-самое лучшее. Вот такая вот ложечка. Это ложечка под номером 1. Вторая ложечка у нас будет... Так. Ой, веревочка отпала. Так, ставь циферку 2. Смотрите, тоже очень красивая, симпатичная ложечка. Она идет с копеечкой, и здесь есть циферка 1. Надо было ее 1 делать, да? Ну, ничего страшного. Ничего страшного. Копеечка, 1 копеечка, денежная ложечка, тоже кому-то сейчас из вас достанется. И третья ложечка. Я не могу, как она мне нравится. Хотела себе оставить, но... Но у меня уже есть одна ложечка, я вам, да, ее в видео это показывала. Это просто ложка-шедевр, которая прям нам полюбилась вдвоем. Ой, посмотрите, какое чудо! Это маленькая ложечка с фианитиком, друзья. Может быть, потому что я такая сорока, но она настолько милая, она... Я не знаю, как это назвать, но она просто супер. Ложечка под номером 3. Так, ставим номер 3.
То есть запомним, значит, с подковкой 1, с циферкой 1, 2. Номер 2. И вот эта супер ложечка, наша любимка, вот эта вот с фионичком красивым, таким блестючим, номер 3. Угу. Тарам-тарам-пам! Пу! Ну что, начинаем? Вы в ожидании. Так, итак, достаем наш прибор генерации. Прибор включен. Значит, еще раз показываем, видим, да? Значит, есть специальный сайт генерации, где мы указываем интервал от 1 до 57. Так, у меня есть 57? Список имен, фамилий. Он идет тоже от 1 до, друзья, 57. Все честно. Так. Так, ты поставил число? Давайте я проверю. От 1 до 57. Так, друзья, все видим, что 1-57. Ой, что-то какие-то рожицы вышли. Сейчас я уберу их. Все, вот. Все, кому видно, ставим плюсик. Тарам-парам-пам. Итак, минута. Значит, всем все видно? Все, плюсик есть. Итак, волшебный палец нашего старшего сына Владислава. Он нажмет на эту желтую кнопочку, вот эту. И, первая ложечка. Да, первая ложечка. Вот, смотрите, случайные числа. Начинаем с нуля, да? И сейчас сгенерируется число. Так, поехали. Сгенерировать, нажимай. Три! Тоже это будет. Тарам-тарам-пам! Валентина Михайлова, город Иркутск! Иркутск! Валентина Михайлова выполнила лично 211 баллов. Мы очень рады, что эта ложечка у нас улетает в город Иркутск. Классно, друзья. Так, смотрите, еще правило. Если вдруг по какой-то причине выпадает то же число, например, 3, мы пропускаем и генерируем снова. Но Валентина не должна обладать все три ложки, да. Смотрите, очень хороший лозунг Олеси: везет тому, кто везет. И могу сказать, что Валентина Михайлова, ну по достоинству, да, по достоинству она заслужила эту ложку, наверное, потому что она этого очень сильно хотела и шла к этой цели. Молодец. Может быть, вторую цифру Володюшка нажмет? Так, давайте. Значит, хочешь у нас нажать? Есть младший сын. Зовут его Володя, и сейчас счастливый его пальчик. Они тоже переживают, определит. Вот он, маленький пухленький пальчик 3-летнего ребенка. Нажимаем. Ничего не происходит. Так, подожди. Еще раз, Володенька. Наверное, не нажал, сынуль. На давай. Оранжевую запись. Просто на желтенькую нажимаем. Четыре! Ну да. Ладно, такое бывает. Кто это? Веселова Татьяна, город Екатеринбург. 100 личных баллов. Вот так вот, друзья, легко и просто. А вторая ложечка у нас полетит в город Екатеринбург. Поздравляем вас, Татьяна. Так, у меня отключилась генерация. Сейчас, секунду, и, друзья, я это сделаю. Так, онлайн-генерация случайных чисел. Google рулит. Так. Так, все, есть интервал, задаем снова. С 1 до 57. Да, 57. А Наталья пишет: ура, это мой новичок. Классно, Наталья, классно. Так, мы сейчас, друзья, обнулим, все сделаем правильно, 0. Так, сгенерируем, чтобы здесь был 0. Ставим интервал. Интервал ставим от 1 до 57. Так, друзья, смотрим. Все честно, все видим, да? Подожди, пальчик, еще. Осталась моя любимая ложечка маленькая с камушком. Загребушечка, кому же, друзья, достанется она? Кому же? Ну что, Владислав, нажимай пальчиком. Там-тарам-пам. 35, друзья! Кто ищем это у нас? 35. Зуев Сергей, город Волгоград. Он сделал лично 116 баллов.
Сергей, мы вас поздравляем. Да, на 16 молодцы. Баллов больше. На 16 О, баллов я больше. Я аж вспотел, друзья, я так рад вообще. Такое ощущение, как будто сам выиграл, вообще отличное дело. Так, друзья, от вас, счастливчиков, кто... Значит, выиграл в личку, пишите Олесе Селезневой, наверное, да, ты в личку возьмешь, да, в личку. Пишите свои полные контактные данные, значит, индекс, город, страна, ну, страна вся России, да, досталась, да, всем. Так, 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 что, ну, понятно, что домашний адрес и обязательно контактный телефон. Мы с вами, да, свяжемся, обсудим, каким способом лучше мне... выслать ваш подарок, и после этого я вам его вышлю. Ну что, жаркий вечер, 2 апреля, весь апрель никому не верю, но у нас так апрель классно, друзья, начался. 1 апреля машина, 2 апреля ложечки за грибушки, на выходных у нас будет саммит, а после саммита, я уверена, будет взлет в нашей команде, поэтому надолго мы с вами, естественно, не прощаемся. Я хочу настроить вас на отличный рабочий лад, несмотря что сегодня воскресный день, завтра понедельник, начало новой рабочей недели. Что еще сказать? Мы что, Будьте хотим пожалуйста. Обратить внимание, чтобы вы, друзья, активно в этом месяце становились клубом 100. Смотрите, тем более в этом месяце компания активно фокусируется на двух основных вещах. Первое, если вы заметили, до 15 числа, с 1 по 15 у нас идет супер-мега-акция, когда вы можете снова условно... стать как бы новичком, да, акцию новичка. Берете единовременно 6 флаконов, 6 флакончиков, и еще один получаете в подарок. Это очень круто, потому что, причем можно повторять, да, дважды, в смысле? Да, можно поучаствовать 2, 3, 4 раза, просто должны проходить 6 флаконов, тогда плюс 1, да? Угу. Еще хотите еще 6, и получаете еще 1, и так... без ограничений, да. Это вообще шикарно. Да. Сегодня Альбина Ги спросил, а если человек 50 сделает? Хорошо, тогда он 8 флаконов получит бесплатно. Друзья, используйте этот момент, это раз. И второе, обратите внимание, что компания на протяжении всего апреля сфокусировалась на что? На чем? На рекрутинге. Рекрутинг – это основа нашего роста бизнеса, да? И этому мы будем посвящать весь апрель большое-большое внимание именно на рекрутингу в компании, потому что за 5 новичков в первую линию вы получаете папку с пробниками в подарок. Только вот я не пойму, с кодом или без? С регистрационным кодом. С регистрационным кодом, то есть, а он стоит... 1950 рублей, да? Угу. На нашем складе стоит 2000 рублей, ну, это там еще дополнительные транспортные расходы. Поэтому, а папки, знаете, на вес золота до сих пор, да, несмотря на то, что ажиотаж спал, и люди, многие ушли из бизнеса, да, как они говорят, потому что папок нет, как строить вообще. Ну, все налаживается, и мы продолжаем взлетать. Но они идут искать дальше свои счастья в других компаниях и там тоже встретятся с проблемой, побегут в очередное. Пусть бегают, мы строим бизнес. Поэтому, друзья, смотрите, кто хочет научиться рекрутировать, потому что именно рекрутинг – это основа основ, да, нашего бизнеса, берите билеты, заходите прямо сейчас, не откладывая. Сейчас не купят. Сайт не работает. Как только сайт заработает, заходите на сайт, берите билет в Оренбург. Если до Оренбурга вам слишком далеко, тогда как альтернативу берите билет на любое мероприятие, которое проходит весь апрель. Да? У нас очень много городов. Да? Вот, я знаю, что некоторые наши лидеры, и возможно мы побываем и как на своем саммите, да, который пройдет в городе Оренбурге 8-9 числа, и еще планируем доехать до еще какого-то саммита, возможно, мы там попадем, возможно, в Питер, возможно, не будем говорить пока сейчас куда, мы сейчас будем планировать, тем более уже есть на чем ехать, и у нас есть в планах на это мероприятие сделать автопробег чуть ли не с флагами, да, через всю нашу Россию, доехать до следующего саммита, где мы с удовольствием встретимся, друзья, с вами, если вы по какой-то причине сможете доехать до Оренбурга.
Но обязательно, друзья, еще раз, обязательно посетите эти мероприятия, саммиты, потому что именно там, друзья, вы научитесь правильно делать правильные шаги, и рекрутинг это вас будет, ну, самое простое, что есть в этом бизнесе. Хотя я знаю, что вот именно многих выбивает из колеи, многие уходят из бизнеса, потому что так и не научились элементарному, самому простому действию, это рекрутингу. Даже продажи идут на втором плане, да. Ну что, принимайте решение участвовать в клубе 100. Мы надеемся, этот розыгрыш был таким очень дружеским, эмоциональным. Вам это понравилось? Скажите, вам интересно участвовать вот в этом вот командном, соревновательном, друг другу сопереживающем, потом радующемся чате? Вам это интересно? Да, класс. Потом смотрите, у меня родилась идея, да. Друзья. Вот так как даже география очень растет, и в каждом городе возникают хорошие команды, да? Что мы будем делать? Мы будем делать флаг, сам, такой будет у нас кубок, да, эстафетный, который мы будем передавать из города в город, да? Вот чей город больше всего команда наша, город, да, кто лидер, достигает больше квалификации, делает больше оборот, тот в этом месяце будет являться этим кубком, да, то есть это будет такой кубок у нас, он будет переходящий, да, то есть вы его обязательно получите, и ваша задача его удерживать, да, либо передавать уже по эстафете другому, кто, скажем, по какой-то причине обогнал вас, да, это будет тоже определенный соревновательный дух. Плюс, смотрите, я думаю, что количество партнеров, которые будут входить в наш клуб 100, будут расти. Ну, я думаю, соответственно, мне кажется, да, мне кажется, надо вводить большее количество подарков. Мы любим дарить подарки, и ценность подарков тоже повышать. Обязательно. Да, это был первый такой, да, пробный, да. Придуманный вот буквально там за сию минуту, да. Ну, надеюсь, что эти подарки вам понравятся, что они действительно будут частичкой меня, частичкой нашей энергии, частичкой результата, поэтому обязательно дальше будем все продумывать. Скажу, что кубок по клубу 100 в этом месяце у нас кто держит? Елена. Города Ноябрьска, да, которая сделала 536 личных баллов, да. Несмотря на то, что она не получила ложечку, но этот кубок фанфарный. Мы обязательно фанфарный кубок быстренько сейчас его дооформим и отправим тебе, так что пиши тоже все свои контактные данные, и этот кубок уходит почетно в город Ноябрьск. Будешь в городе Ноябрьске. Обязательно, ребята, большая просьба еще для тех, кто получит от нас подарки. Сыграйте в командную игру, запишите вот это видео, да, о получении вот этого приза. Поверьте, это позволит вам тоже спозиционировать себя, ну, как лидера, да, публичного. А именно через публичность приходят, скажем, хорошие результаты. Ну и, соответственно, это будет приятно нам, и это будет играть на пользу всей нашей дружной и очень быстро развивающей команды. Команды номер один. Вот. Ну и в завершение хотелось нам сказать, друзья, фразы, которые Олеся, как я уже говорил, повторяет из практически в каждом видео. Успешности нашей семьи не потому, сколько зарабатываем мы, да, а сколько зарабатывают наши партнеры. То есть вы. То есть вы, друзья. Все, на этом наш воскресный такой приятный эфир закончился, да, заканчивается. Всем, как говорится, хорошо отдыхать. Дети просятся, можно мы тоже, хотят вам помахать. Идем, да, друзья. Помахать. Идем, Володя. Они тоже члены нашей команды, они нам здорово помогают. Вот, это у нас старший сын, это у нас малыш-галыш, младший сын. Да, вот. Помашите всем, скажите, что вы очень рады. Рады? Да. Пожелайте что-нибудь нашей команде. Чтобы добивались успехов, хорошо работали в бизнесе и делали побольше баллов.
Владика у нас молодец. Умница, он участвует тысячу в процессе. Баллов. Пока я получала машину, он уже всем продавцам-консультантам говорит: мам, я уже все им про бизнес Армель рассказал. Поэтому видите, как детки все впитывают и нас копируют. И нужно делать так, как делают дети. Вот понимаете, взрослые иногда думают: ой, что сейчас обо мне подумают. Вот Влад не думал, что о нем подумают. Он просто шел и говорил. И получал, кстати, положительные улыбки, отзывы. Потом кто-то спрашивал у нас, а что за духи, да, что он мне сейчас рассказывал. Иногда полезно нам учиться у наших детей. С вами была семья Селезневых. Пока! Друзья, а эти фанфары для наших победителей. Всем счастливо! Мы гордимся вами, друзья! Thank you.